Всем привет! Сегодня поговорим об интересных фактах, связанных с седьмой планетой Солнечной системы, газовом гиганте Уране. Его обнаружил в 1781 году при помощи телескопа собственной конструкции Уильям Гершель. Хотя с того момента прошло много времени, об этой планете все равно не так много известно, из-за ее удаленности от Земли и небольшом количестве космических зондов, пролетавших в его окрестностях для сбора информации. Давайте же узнаем что-то новенькое об удивительном газовом гиганте Уране. Вперед! Пятое место. Температура на Уране. Уран – самая холодная планета из всех в Солнечной системе, несмотря на то, что самой удаленной планетой от нашей звезды является Нептун. Самая низкая зарегистрированная температура была именно на Уране, и она составила минус 224 градуса по Цельсию. Четвертое место. Кольца Урана. Уран имеет 13 колец, наличие которых было официально подтверждено лишь спустя 196 лет после открытия планеты. Сложность их определения состояла в том, что они довольно тонкие, например, в сравнении с кольцами Юпитера и Сатурна. Внутренние узкие кольца выглядят темно-серыми, а два внешних кольца яркие. Кольца Урана состоят из водяного льда и радиоактивной органики. Третье место – посещение Урана. Voyager 2 был единственным космическим аппаратом, который смог посетить окрестности Урана. Voyager 2 стартовал в 1977 году и достиг эту далекую планету в 1986 году, собрав большую часть информации, которую мы на сегодняшний день имеем, всего за 6 часов. Остальная часть того, что нам известно об Уране, получена благодаря наблюдениям с помощью космического телескопа Хаббл и нескольких мощных наземных телескопов. Второе место – структура Урана. Эта планета очень сильно отличается от таких газовых гигантов, как Юпитер и Сатурн. В его недрах находится не металлизированный из-за давления в миллионы атмосфер водород, а лед, причем в высокотемпературных модификациях. Он нагрет до температур в 1000 градусов, но из-за давления остается льдом. Физики называют такое состояние суперионным льдом. Первое место – магнитное поле Урана. Магнитное поле Урана не направлено из географического центра планеты, к тому же оно наклонено на 59 градусов относительно оси вращения. Из-за этого в северном полушарии ледяного гиганта оно примерно в 11 раз сильнее, чем в южном. Еще одна странность – это угол наклона Урана относительно оси вращения. Он составляет почти 98 градусов. Таким образом, этот ледяной гигант вращается как бы лежа на боку чуть вниз головой. Это уникальный для нашей звездной системы случай. Спасибо за внимание. Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал «Только факты ТОП-5». У нас всегда свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!